И вот мы вновь в Щелкунском районе. Сработало сарафанное радио. Мы здесь уже с Егором в коттеджном поселке рядышком бурились. И озвонился новый заказчик другого коттеджного поселка, по соседству находящийся. И захотел, чтобы мы тоже сделали скважины. Ему понравилось, как мы делали скважины, что все, люди с водой теперь. И нас вызвали еще на один объект, прямо здесь рядышком. Горизонты мы знаем. Скорее всего, сегодня скважины будут не глубже, чем 7,5 метров. И надеюсь, как в последнем видео, не будет таких проблем. Ну, не знаю, буду ли я это видео выкладывать, потому что все то же самое абсолютно. Только если что-то, может быть, будет интересно, то это видео выйдет в свет. А так, в принципе, будет то же самое, бурение в доме. И сегодня продолжение марафона 2. Сейчас шаман подъедет, буровой шаман Егор. Очень мне нравится с ним буриться, очень позитивный человек. Прямо энергии пышет и заряжает своей энергией. Приятно с ним бороться. Поэтому ждем Егора и приступаем к распаковке и к бурению. А вы находитесь на канале Скважина от Лешего. И с вами Влад Леший. Здравствуйте, мои друзья. Ну, пришло время экспериментов. Вот у нас стоит метровый фильтр на 6,5 метрах. Вот напор такой выдает. Уже и гидроудары делали, что только не делали, промывались. Раза три, наверное, да, уже? Да, больше. Вот. Вот. Сейчас пойдем двухметровый фильтр изготавливать. Посмотрим результат двухметрового фильтра. Для тех, кто не верит, что двухметровый фильтр прибавляет напор. Мы сейчас еще дебит замерим. Дебит. Да, сейчас замерим, чтобы точно знать. Эксперимент так эксперимент. Ну, замерили дебит. 307 литров скважина выдает. Сейчас двухметровый фильтр поставим и посмотрим разницу. Бля, заебись. Ну вот, друзья, двухметровый фильтр. Вот и напорчик. Сейчас дебит еще замерим. Но я могу сказать, это не 2 метра против метра, конечно, сильно. Это для тех неверующих, кто двухметровый фильтр не применяет, якобы он ничего не дает. И дает еще как. Да. Я даже не знал, что он столько прибавит. Прибавил, это просто нереально. Думаю, 300 и 300 максимум, и то, думаю, вряд ли. Сейчас замерим дебит, и будет ясно. Ну так вот, друзья, эксперимент удался. То есть двухметровый фильтр намного больше дает дебита, чем метровый. И мы здесь промучились 3 часа, когда все-таки решили, не смогли раскачать нормально скважину, решили поставить двухметровый, вот и результат. А так уже 3 часа назад уже ехали вы домой. Все уже сложились, как бурился я, как мы с Егором бурились, как Егор бурил свою скважину. Я не стал показывать, потому что, в принципе, одно и то же. Там ничего интересного. Но вот эксперимент с фильтрами заслуживает места быть. Так что решайте сами, стоит ли применять двухметровый фильтр, если скважина дает очень маленький дебит. А двухметровый реально спасает. Берем на вооружение. А с вами был Влад Леший. Вы были на канале Скважина от Лешего. Оставайтесь со мной, ведь дальше будет еще интереснее.